Recording in. Hello, everyone. Welcome. Всем привет. Добро пожаловать. Thank you so much for being here. Спасибо вам большое, что вы сегодня присоединились к нам. It's such an honor to Это большая честь для меня, для того, чтобы провести эту медитацию сострадания, которая нам дает возможность offer our help to others. Предложить помощь другим. Sometimes we may find ourselves in a position where we wish that we could give more. Мы находим себя в той позиции, когда мы можем дать больше. And the beauty of meditation. И красота медитации заключается в том, что мы можем дать очень много. Right here, прямо сейчас, wherever we are. Где бы мы ни находились.
У нас пока нет звука. Сейчас, я надеюсь, подскажет Шаломар, чтобы она включила микрофон. I was muted there. Okay, here we go. У меня был отключен микрофон. I want to welcome you to Fast for Hunger. Я хочу пригласить вас и поблагодарить, что вы здесь. I want to thank you for deciding to sacrifice a meal. Отказаться от еды, от какой-то еды. Or maybe even to donate that money for that meal. И может быть даже все эти деньги, которые вы сохранили от того, что вы перестали есть, отказались от еды, для тех, кто действительно сейчас нуждается. Идея за этим движением заключается в том, чтобы сопереживать тем, кому необходима еда, и особенно тех, кто живет рядом с нами, кто является нашими соседями. Поэтому мы хотим быть вместе с ними в наших сердцах, в наших действиях, в наших умах. Поэтому вместо того, чтобы есть сегодня, мы решили собраться вместе и создать более глубокое состояние сострадания для тех, кто не может иметь еду. И надеемся, что мы сможем посеять сегодня семена, и они взойдут в чем-то прекрасным. Итак, если вы заинтересованы в этой медитации, мы будем использовать... Мы сегодня будем использовать медитацию Тонглен. For this meditation, и для этой we медитации are going to focus on our own feeling of hunger from fasting. Сфокусироваться на наших собственных ощущениях, чувствах от того, что мы отказываемся от еды. To be a tool. И мы позволим этому стать инструментом для того, чтобы нам это помогло нам соединиться с теми, кто сейчас испытывает голод. И позволит нам почувствовать, испытать ощущение сострадания и сопереживания. Если вы еще этого не сделали, то, пожалуйста, сядьте в удобную позицию. It could be a chair, это a cushion, может быть на стуле, на подушке для медитации. You can even lie down или, может быть, если вы чувствуете так себя лучше, то вы можете даже лечь в эту медитацию. Я бы хотела, чтобы вы могли успокоить свое тело, really чтобы вы могли сфокусироваться и быть в настоящем моменте. I truly believe that we're doing something special Я together here today. На самом деле верю, что мы с вами so, делаем что-то удивительное you can сегодня. Also bring something Поэтому, close to если you, вы something хотите, special to you. Вы можете сделать и привлечь что-то важное для вас, что-то, For me, то, что является важным I brought для вас. The mango that I'm going to eat as soon as I am done fasting. И для меня я сейчас приготовила манго, потому что я его съем, как только я закончу свое голодание. И это просто дает возможность мне понимать то, что мы с вами сейчас сеем вместе семена, чтобы не было голода. Поэтому если вы сейчас уже сидите удобно, я приглашаю вас, чтобы вы успокоились в состоянии тишины. Пожалуйста, установите свои and really allowing ноги your spine to feel удобно. Like each vertebrae is stacked one by one on top of each other. Like свою, a свой позвоночник, of как будто бы ваш позвоночник состоит из золотых allowing монет. Your shoulders to rest и level and стопка. Your chin parallel to the floor. И, пожалуйста, расслабьте ваши плечи, and really opening и ваш up подбородок your heart space. Должен быть параллелен. И почувствуйте это пространство. Maybe starting to deepen your breath as you углублять свое feel дыхание, a sense of relaxation in your когда jaw. Вы чувствуете это ощущение расслабления в вашем resting your tongue behind your two вашем, teeth. На вашем лице. Пожалуйста, расположите свой язык за зубами. And if you haven't already, please, I invite you to и close your eyes. Если вы еще этого не сделали, то, пожалуйста, закройте and свои глаза. And maybe even curl the corners of your lips a little и, bit. И, может быть, даже немножко растяните свои уголки своих губ в улыбке. Feeling a sense of relaxation throughout your brow and your forehead.
почувствуйте расслабление в ваших бровях, между бровями и головой. И почувствуйте, как будто and у вас есть небольшая веревочка, которая тянет вас за макушку вашей головы, и она делает вас meditation. Еще более, как будто вы вырастаете. So и чувствуйте это во время всей медитации, то есть она будет вас тянуть во время всей медитации, и вам не нужно по этому поводу беспокоиться. И я хочу, чтобы вы почувствовали себя удобно. И давайте начнем с глубоких очищающих вдохов и выдохов. One on the exhale. We'll do 10 rounds. Мы сделаем 10 подходов. And I invite you to breathe deeply and exhale completely. Allowing yourself to let go позвольте of any себе, tension. Позвольте себе освободиться от любого напряжения. Maybe even inhaling может a sense быть, of appreciation for может быть, даже being here today. Вдохнуть ощущение благодарности за то, что вы сейчас находитесь здесь. And then letting anything go и затем that could be holding you back. Отпустите все, что вас может оставить где-то привлечь назад. And as you start to и feel когда вы a deeper sense of relaxation, глубокое ощущение расслабления, let's really focus on our intention for this meditation. Давайте сфокусируемся на нашем намерении в этой медитации. I invite you to feel really meditации. Certain about your reason for being here. Я приглашаю вас почувствовать и быть уверенным в той причине, по которой вы сегодня находитесь здесь. Knowing that знаешь, being here together, we're planting seeds of generosity to help others that are hungry or suffering from malnourishment. Кто сейчас страдает от голодания, от голода или от отсутствия еды. Maybe even может, calling даже to mind the simple fact of knowing that тот факт, что вы знаете, what что, we're doing here today is что то, что мы делаем здесь not сейчас, only going to это не только help the world to create a better world. Миру создать лучший мир. But it's going to help но you show up поможет вам as your best and highest self. Показать самому себе, что вы самое лучшее, что вы можете быть, кем вы можете быть. So allow yourself to tune позвольте into this potential себе, that you have. Позвольте себе настроиться на этот потенциал, который у вас есть. Really start to feel your intention grow. Начните ощущать, как ваше намерение растет. As you begin to connect with the feeling когда вы начинаете of hunger соединяться right now, с ощущением голода, которое вы сейчас испытываете прямо сейчас. Really allow yourself to на самом деле feel how it feels in your physical body. Как это ощущается в вашем физическом теле.
Maybe for some of you there's a bit of pain. Для кого-то из вас там будет немного боль, чувствуется как боль. Maybe it's possible that you're starting to feel a little bit weak from fasting. Возможно, что вы чувствуете немного слабее от того, что вы голодаете. And think about how this hunger can also affect your mind. Этот голод может иметь эффект на ваш ум. Maybe you notice that your thoughts are always guided towards a future meal. Они все время думают о будущей еде. And with this sense of hunger, с этим ощущением голода, I invite you to carry it with you as you взять его с собой. Call someone to mind that you know, or maybe you don't know, понимать, that что то, что is вы, facing знаете, а может быть, food insecurity or facing hunger. Что это будет, это так, когда вы чувствуете отсутствие безопасности или голод. Maybe it's someone that you love. Может быть, это кто-то, кого вы любите. Maybe it's someone that you've Может seen быть, in passing. Кто-то, кто проходил мимо вас. Just think about them and подумайте. Decide if и решите. It's someone that является ли это you can кто-то, really feel this empathy for, this sense of compassion. О ком вы можете действительно Just сопереживать и почувствовать now. Сострадание. И выберите сейчас этого человека. And allow your sense и позвольте своему ощущению голода connect to them, to their sense of hunger. Except knowing that их ощущение голода. You had the choice today. И принять также, понять, что у вас сегодня был выбор. You had the choice to fast, у вас to be hungry. Был выбор голодать для того, чтобы почувствовать голод. But when you think of this other person, но когда вы подумаете об этом другом человеке, they don't have any other option. У них нет никакого другого выбора. So I invite you to just feel a sense of compassion start to bloom within inside of your heart, которое растет и расцветает в глубине вашего сердца. Allowing yourself to really see their pains and their struggles увидеть, and their insecurities. Боль и отсутствие безопасности. Allow yourself to visualize how this feeling of hunger can show up in their lives. Визуализировать, как это ощущение голода проявляется в их жизни. And allow it to let your heart break open. Позвольте своему сердцу быть открытым. Maybe you even start to Может feel a быть, sense of love for this person that's on your mind. По поводу этого человека, о котором вы думаете. As your compassion grows, когда ваше сострадание растет, start to feel вы начинаете чувствовать, as if you are able to как будто help бы them. У вас есть возможность помочь им. You can feel it deep inside of your heart. Глубоко в глубине своего сердца, that you can be the one. Что вы можете стать этим человеком, that you want to be the one.
и то, что вы хотите быть этим человеком, that can help relieve their который hunger может and their pain. Помочь им освободиться от голода и от боли. And as this love starts to grow within inside of you, когда любовь, это ваша любовь, начинает расти внутри вас, allow yourself to feel it transform every single cell in your body. Как оно трансформирует каждую клеточку в вашем теле. Allow your entire being to be overwhelmed with this sweet sense of unconditional love. Этим чувством, сладким чувством безусловной любви. And maybe you decide that you и want может to быть, вы решите, share this love что вы хотите with поделиться этой любовью с этим человеком, mind. О котором вы думаете. So imagine them sitting right in front of you. Что они сидят прямо перед вами. Этот человек сидит прямо перед вами. Using the power of your колено limitless колену, love, и используйте эту you are силу, able to see inside of them, inside of their body, you can see their pain. Вы чувствуете и видите эту боль внутри их тела. Maybe you can see Может all of their insecurities. Боли по поводу безопасности. All of their fear. Все их страхи. All of their struggle. Все их проблемы. And I invite you to И я приглашаю visualize. Вас также. All of this hunger that they have весь этот голод, который их наполняет, thick, black как smoke. Толстый черный дым. Maybe even like a может thick быть, black даже car that is polluting their как большое черное состояние, которое наполняет их сердце. See the way that тело. It causes the misunderstanding и in their видите, world. Увидьте то, что оно также является причиной того, что они видят мир неправильно, что они запутаны. And really start to начните feel that love that's чувствовать of you grow ту любовь, and которая растет внутри вас и мотивирует вас для того, чтобы вы хотели убрать это загрязнение из их тела. And you decide that you're going to do вы it. Решили, что you вы know сделаете that это. Your Вы love знаете, is so strong что ваша любовь that настолько it can сильна, destroy что anyone's pain может and разрушить suffering. Боль и страдания любого. So with your next inhales, и со следующим вдохом, I invite you to я приглашаю вас начать the smoke видеть, moving как этот дым from any area of the body and start to collect at the center of the heart. Со всего тела начинает двигаться этот дым и сосредотачиваться в центре их тела. Allowing yourself to visualize позвольте this себе увидеть, dark визуализировать, pollution, как этот черный дым turning into the size of a tiny ball в маленький шарик, at the который level of their heart. Находится на уровне сердца, на уровне их сердца. Absorbing all their pain. Вся боль собирается all там. Of their suffering. Все их страдания. All of their hunger.
весь их голод. Они собираются там, в этом маленьком черном шарике. And with this feeling of unconditional love inside of you, ощущением безусловной любви внутри вас, you know that вы знаете, что it can destroy all misunderstanding. So you start to feel a sense of courage. Поэтому у вас есть это ощущение силы, knowing that once you inhale, когда вы вдохнете этот маленький черный шарик дыма, что он будет разрушен, и он исчезнет навсегда. Совершенно разрушен. So with each inhale, start to move this tiny ball of pollution. Начните from the heart center up through the back of the throat. Из сердечного and visualize it через горло, as it comes out of their nostrils. Постарайтесь визуализировать, что он выходит через right нос, in front of them. И он начинает летать перед ними, зависает перед ними. Just staring at all of their suffering removed from their body and ready to be destroyed. Вы забрали из тела, и оно будет разрушено. On the count of three, и на счет три, we will take an inhale мы together. Возьмем, сделаем вдох вместе. And on that inhale, и we will на этом вдохе мы take in this tiny, tiny ball of their suffering. Вдохнем этот маленький and we'll inhale it in through шарик, our nostrils and down into our heart, into our loving heart. Нос, через наши ноздри и вдохнем его себе в сердце, и мы его and разрушим. It will be instantly destroyed forever. И он разрушится моментально. All of their pain, навсегда. All и of their hunger, боль, все их голодание, весь голод будет совершенно разрушен. So on the count of three, и на счет три, let's inhale together. Давайте сделаем вдох one, вместе. One, один. Two. Два. Three. Inhale the smoke, the tiny, tiny ball, and watch it be destroyed. Дым, этот маленький шарик, и наблюдайте, как он разрушается. Completely destroyed. Совершенно with your limitless, compassionate heart. С вашей безусловной любовью и состраданием. And now you want to share this love that you have with inside of you with them. So imagine the light of your love coming from your heart and connecting to theirs. И добирается до их сердца. See your love transform постарайтесь увидеть, как their entire body, just like it did yours. Их тело, все тело, точно так же, как и ваше. Now that all of their suffering теперь is gone, now that all of their hunger is gone, исчезли, их голод seeing исчез, them being able to show up in this world with this unconditional love themselves. Показаться сами этому миру с этой безусловной любовью. Seeing them now free from hunger. Видите их свободных от голода. Free from malnourishment. Свободных от отсутствия еды, наполнения. And finally feeling a sense of ease. Peace and satisfaction in their life. Спокойствием, покоем и удовлетворением своей жизни.
And as you stand together with your hearts connected, you have the courage to share this love with the entire world, with the entire universe, so that no one ever has to experience hunger ever again. And gently, you start to remove this connection, letting go of the love and drawing it back into your heart. And just allow yourself to feel a sense of appreciation and celebration for everything that you're doing here today. Really rejoice in your efforts to sacrifice a meal or all of them today. Rejoice in the fact that you are willing to donate the resources that you have to help others. And even that you came here on a Saturday to spend your time just thinking of others and sending them your kindness. It's so incredible. Allow yourself to just really feel that. Позвольте себе почувствовать это. And dedicating your practice to all beings who are suffering from misunderstanding, от неправильного понимания, from malnourishment, от отсутствия питания, от голода, from any pain, от любой боли или переживания. Our efforts here today may benefit them. И те усилия, которые вы применили сегодня, могут помочь им. И, может быть, они смогут увидеть себя как самое высшее существо и помочь другим из своего места сострадания. And then slowly, as you release your focus, I invite you to just allow the sounds that are occurring in your environment to slowly come back into your awareness. Предлагаю вам потихоньку ощутить те звуки, still allowing that feeling of love and passion to remain with you. Но все еще ощущать эту любовь и сострадание, maybe starting to deepen your inhales and exhales and давайте moving the body a little bit. Углубим вдохи и выдохи для того, чтобы почувствовать свое тело. Ready, can, и когда вы будете готовы, вы можете открыть свои глаза. Hello. Привет. Welcome back. Добро пожаловать обратно. Please take a moment to look around your space and just notice if you feel like the world around you is already starting to change. Как мир вокруг вас уже начинает изменяться. Maybe it's a little more vibrant. Может быть, он немножко ярче стал. Maybe you feel a little lighter. Может быть, вы чувствуете себя немного легче. And I really want to thank you all so much for attending the meditation today and for just taking the time out to donate, to think of others. This movement, Fast for Hunger, is really important to me. So it's such an honor to be able to be here with all of you. And I do want to remind you that you can track the food pantry that you are donating to on our map for fastforhunger.earth.
указать. Вот сейчас линк, поделились линком в чате, что вы можете указать свое место, где вы совершаете свою благотворительность ради этого проекта. И я хочу поблагодарить. И вы можете совершать благотворительность свою в любой организации в своей местности. И даже если вы не можете это сделать, то, что вы здесь, это уже прекрасно. И я хочу, Что у нас будет хатха-йога прадипика, которым будем изучать скоро в будущем. Это текст, который был написан в 15 веке, и который тоже фокусируется на еде, и на питании, и на голодании. И если вы хотите изучить немножко больше об этой практике, я приглашаю вас присоединиться к этому мероприятию. Вы видите QR-код, вы можете его отсканировать. And that will allow you to register, so you can take a deeper dive with us into the power behind fasting, силу голодания. Thank you so much. Спасибо вам большое. Thank you so much, Шаламар. This was beautiful. Спасибо большое, Шаламар. Это было очень красиво. Дорогие друзья, здесь было на русском языке поделились формой, где вы можете указать, если вы поделились средствами, если вы совершили благотворительный взнос за отказ еды где-то в своем районе, в своем регионе. Вы можете указать место, где это происходило, то есть где вы находитесь. Это будет очень здорово, если вы сможете это сделать. Hopefully спасибо we'll всем большое. Я надеюсь, что мы увидим вас в следующий раз, 20 февраля. Проводить медитацию. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам. Либо вы можете присоединиться к хатха-йога прадипике. Она также будет и на русском языке. Пранамови вы можете узнать, увидеть ссылки. Спасибо всем большое. Спасибо, что присоединились.